Доброе утро, Нижний Новгород! Обо всем интересном в жизни любимого города расскажет команда «Горький ТВ». Учение «Свет». Президент России Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными Сарова в рамках своего визита в Нижегородскую область. О чем говорили специалисты и глава государства, расскажем в ближайшее время. Прямо сейчас в Кремле проходит оперативное совещание при главе администрации. Все подробности в самое ближайшее время. После обеда там же, в Нижегородском Кремле, состоится инвестсовет. Главный вопрос на повестке дня – развитие дорожной инфраструктуры региона. И, наконец, сегодня в 16 часов возле катера «Герой» стартует велопробег, приуроченный ко Всемирному дню без автомобиля. Есть такая улица. Обновленная Рождественская отметила свой праздник в минувшие выходные. Как изменилась улица за последние годы и чем развлекали нижегородцев, расскажет Александра Рьянова. Эти и другие новости читайте и смотрите на горький.тв. Всем хорошего дня. До скорой встречи.